Новогодняя сказка. К празднику преображаются не только улицы города. Праздничный наряд стараниями жильцов 37-го дома по улице Трудовой примерил на себя весь второй подъезд. С дружными соседями, которые стали участниками окружного конкурса на лучшее оформление придомовых территорий, встретилась наша съемочная группа. Город стал преображаться к Новому году. В связи с этим хотел создать настроение в своем подъезде и в своем доме. Тот, кто с нами в подъезде работал, увидел настроение, увидел улыбки. У нас произошло общение, плотное общение. Мы уже решили пожилых наших соседей, кому выше 70 лет, устраивать чаепитие. Снежинки и поздравления, яркие плакаты и рисунки. В стороне не остались ни самые юные жильцы, ни те, кто прожил в этом доме уже более 20 лет. Нам очень удобно и весело заходить в свой подъезд. Мы очень довольны. И в следующий год мы обязательно тоже будем участвовать в этом. Появилось, так скажем, подъемное настроение. То оно всегда идешь, смотришь, да, на свои тусклые стены, и настроение, естественно, падает. А тут уже радость, думаешь, слава Богу, оказывается, есть и у нас еще люди, которые болеют за прекрасное. Каждый этаж особенный, а на входе нарядная елка. За наведение красоты жильцы дома получают маленькое, но приятное поощрение. Спасибо тебе, Анжела. Ждем тебя на следующем мероприятии в нашем подъезде. Ты молодец. С Новым годом наступающим. Тебя и твою семью. Но куда важнее неожиданная награда, ощущение наступающего торжества и удовольствие от проделанной работы. Я увлекаюсь рисованием, мне сказали нарисовать пару рисунков. Ну, я раскрасила плакат, нарисовала рисунки, все это сдала. Это очень интересно, и когда заходишь в подъезд, как-то становится все по-новогоднему, настроение прибавляется. Наверное, еще более подружились. Такого тесного контакта между соседями у нас еще не было. Потому что кто не знал друг друга, еще узнали. Вот. И, ну, откликнулись, и вот этот вот прям душевный порыв, который хочется еще и на будущее поддерживать. Эмоции самые такие позитивные. Все сдружились, все сплотились, улыбались, шутили. В общем, самые новогодние настроения. Жильцы дома уверены, что совместное украшение подъезда к новогоднему празднику войдет у них в добрую традицию. Юлия Казакова, Александр Симонов, Новости Мурманск.